Советский Союз разводили три структуры. Это Политбюро ЦК КПСС, вот, КГБ СССР, руководство, и Госплан СССР. Вот три. Когда до 1974 года, до 1974 года Советский Союз поднимался, да, во всех отношениях, плановая система помогала этому. И мы тогда вышли на то, что мы обошли даже по производству электроники и микроэлектроники Японию. И мы стали поджимать Америку. Вот. Представляешь? И вот это тогда же был создан Зеленоград, там другие заводы, и мы пхали и шли, и у нас высокие технологии пошли, и тогда же это космос там, и так далее, и так далее. И вдруг с 1974 года Госплан принимает решение остановить, вот пятилетка на 1975 год, остановить финансирование производства электроники и микроэлектроники, вот, эти деньги перебросить на переброску северных рек на южные районы и на освоение месторождений нефти и газа. Они тогда уже решили, что мы будем, это я вот писал, что Найбритовцы и Бильдербергский клуб, они же ведь руководили нашими партийными боссами высокими, особенно КГБшники. КГБшники же там имели деньги, они все были засвечены. Они это здесь, в Басурмане, а там они были на прицепе. Вот, и вы давайте нефть и газ, прокладывайте трубы на Европу, будете продавать, потом похерите эту страну и будете в шоколаде. То, что и произошло. Я встретил в 86-м году, поехал в Баку. Тогда был там съезд ЦК Компартии Азербайджана. И со мной приехал туда Байбаков, бывший как раз председатель Госплана СССР. И нас поместили с ним в апартаменты, где Брежнев останавливался. Но поскольку я освещал этот съезд, мне нужно было освещать, а он туда приехал, его должны были избрать от Азербайджана на 26-й, что ли, съезд партии. И мы с ним разговаривали, там ночами сидели, нам делали сок из этого, из граната. Там гранаты растут уже много. Пили гранаты и сок разговаривали. И вот я ему привел десяток примеров, таких как, скажем, в Караганде, Карагандинский металлургический комбинат, когда нашли месторождение железа Лисаковское и Соколовско-Сарбайское, но руды не магнетитовые. Но там они, их надо брать, и решили там строить крупнейший Карагандинский металлургический комбинат. Для этого нет воды, для этого нужно, значит, провели канал Иртыш-Караганда 237 километров. Для этого ГРЭС сделали, для этого значит, улучшили работу угольной промышленности, там нужен был этот коксующийся уголь для того, чтобы кокс сделать. Вот. Поэтому там все это сделали и потратили 10 миллиардов долларов тогдашних денег, это уже нынешних 100 миллиардов. Вот. И на оборудование, на все прочее. А это Госплан сделал так, что привязал не для разработки вот этих Лисаковских месторождений и Соколовско-Сарбайских, а нужно было строить конвертеры, качающиеся ванны там, потому что там много было, надо было известь, много было фосфора было. А они построили такое оборудование для магнетитовых руд. И надо было возить теперь руду с этого Курской магнитной аномалии. Представляешь, через всю страну. То же самое такие делали в Владивостоке, а возить из Украины. Вот все это планировалось так.
Или планировать, значит, везти из Самотлора нефть в Узбекистан, да, вот, а значит, оборудование завозили, этот Госплан же делал, совсем другие республики, там, в общем, вакханали. Плюс к этому, это можно было не слушать их, но плюс к этому было постановление правительства принято о том, что решение Госплана считать как решение правительства. И никто не вякнул. И вот когда я Байбакова спросил, вот назвал ему многие, это что, разгильдяйство или это предательство самое настоящее? Он говорит, конечно, это предательство. С этим пытался бороться Андропов, создал комитет госбезопасности при Госплане. Так они же ухайдокали Андропова, и этот комитет расхреначили. Вот тебе откуда. А ты мне глупости говоришь, Солженицын там, я там причастен. Вот откуда мы могли быть причастны, когда все уже разрушено было? Когда сидел Попов, я сколько ни спрашивал, не говорит, или в Питере, когда поезда подходили с продуктами, там, рефрижераторы с мясом и так далее, их останавливали, закапывайте, вот вам деньги, там, так далее, так далее.